Приветствую вас, дорогие друзья, в ЛСД. Сегодня с вами будем кататься на снегоходе. Вау, какая красивая собачка. Надеюсь, у нас все получится. О, смотрите, она играет. Реально прикольно сделали. Крутая анимация. Так, обожаю хаски. Хаски очень красивая собака. Так, вот он, снегоход. Сейчас мы на нем покатаемся. Вот, кстати, ягодки есть. Ну-ка, давайте соберем. А, да, это простые ягодки. Я думал, какие-нибудь будут замороженные, какие-нибудь уникальные. Тут есть елочка. Подарков под ней, к сожалению, нету. А у меня елочные украшения на новогодние подарки. А, так это наоборот. Елочные украшения можно поменять либо на рулет, либо на кофту. А, либо... Офигеть, можно взять ракетницу. Это реально очень здорово. А, идем дальше. Так, так, так. Вот этот сундук, я так понимаю, мы с вами откроем, если три раза победим. Победи сегодня три раза, и ты сможешь открыть сундук. Ну что ж, давайте, let's go. Надеюсь, у меня получится. В прошлый раз не получилось. Ну, сейчас я постараюсь. Так, садимся. А, с Шоном поговорить. Хорошо, давайте поговорим. Вот он, Шон. Все, мы готовы ехать, в принципе. Хорошо, ребят. Нужно учиться. Он уже пить хочет, бедолага. Ладно, старт. Сначала куда поворачиваем? Направо. Смотрите, он уже подрезает меня. Уже подрезает, какой наглый. Ладно, в самом начале сложно, потом будет проще. Едем, 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 едем. Так, поворачиваем. Сначала вот по этой стороне едем. Теперь потихоньку спускаемся сюда. Они легко меня могут сейчас обогнать. Блин, зомбари, да, зомбари реально могут все испортить. Так, тут легкая, да, уже? Это только первый круг. Так, ладно, только в одной стороне я вот попадаю постоянно в этот сугроб. Держимся у края. Тут тоже держимся у края. Пока что. Так, теперь наискоси едем. Тут гребаные зомбари. Сейчас будет крутой поворот. Так, крутой мы обходим. Еще поворот один. Интересно, трасса будет меняться или нет? Последний кругаль. Так, поворот. Поворот. Ближе к краю держимся. А, тут тоже ближе к краю пока что держимся. Теперь потихонечку вот сюда спускаемся. Главное, чтобы зомби не попались. Они могут не все испортить. Но уже более-менее начинаю чувствовать машину. Так, крутой поворот. Да, там только в одном месте самое сложное. И... Все. Все, я так понимаю, я первый раз победил, да? Давайте посмотрим. Так, идем. А, у нас одна победа есть, да? Давайте, знаете, что... На почте мы можем забрать воду. У меня все равно дофига там воды. Так, 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 так. Так, где же ты, водичка моя? Родная. Да блин, реально, где вода? Ты прикалываешься. 210 бутылок. Так, отлично. Мы немножко попьем. Немножко покушаем. Все, мы в полной боевой готовности. Так, езжаем. Садимся. Так, 3, 2, 1. Значит, сейчас, смотрите, поворачиваем направо. Направо. Гребаный, ну какого лешего ты, блин, подрезаешь? Сука ты. Так. Едем по этой стороне пока что. Сам влетел и меня, смотрите, смотрите, на кочку, просто на кочку меня специально тащит. Шанс есть, но давайте пока что попробуем хотя бы. Так, поворот резкий. Если край будем держаться, то будет нормально. Так, смотрите, едем так, сокращаем. Что-то меня завиляло.
Слушай, а мне уже не... Мне знаешь, что охота? А чё если я вот сюда? Нет. Тут просто такая дверца была, блин. Я думал, я смогу туда попасть. Видите, как такая тропинка открытая. Ну ладно. В смысле? А, ну вот сел. По сути, я считаю только на газ, я на тормоз даже не жму. Вы что, приехали? Поговорите с Шоном. Победи сегодня 3 раза. Слушай, а за что мне дали победу? Я не понял. Какой-то баг, что ли, случился? Очень странно, но мне засчитали победу. Это реально какой-то баг. Ну куда ты меня таранишь, блин, придурок? Просто, смотрите, что делают. Я нормально катаюсь, просто меня, блин, выбивают из трассы, из колеи. Слушай, а как я победил? Я что-то слез, да? Я как-то слез, что-то побегал. Я реально даже не понял. Как я победил-то? Я поехал сюда, вылез. Где-то тут что-то забаговало. А, ну вот так. Смотри, просто чувака поймали. О, нифига себе, это какой-то баг я нашел, обнаружил. Так, я слезаю и иду в сторону. И он, получается, видите, как ходит у меня. Прикольно. Так, мы можем отъехать. Нифига себе, мы его просто подставили. Так, мы можем, знаете, что сделать? Допустим, вот здесь оставим. Поговорите с Шоном. Ну, почему-то мне победу одну засчитали, я не знаю, в чем дело. По сути, нам надо один раз победить. Ты что не едешь? Я на газ жму, я жал на газ, ну почему? Я реально на газ жал. Так, ладно. Не знаю, есть ли у меня шанс или нет. Но, возможно, есть, если очень аккуратно ехать. Едем, стараемся напрямую ехать. Так, срезать углы. Тогда будет нормально у нас все. Мы же тебя обогнали одного. Ну смотрите, ну подрезают же, ну подрезают, ну конкретно подрезают. Просто подставляют меня, знают, что я хорошо ездю. И специально это делают. Так, тут легко проехать. Если по краю, реально, просто по краю ехать вот так аккуратненько, то у нас будут шансы. Так, легко обходим тут. Он врезался.
Самое главное в начале, если бы мы отстали от них, то было бы нормально. Что, мне победу, видимо, не засчитают. Едем дальше. Чувак голоден, ё-моё. Не, не считается, не считается, чуваки. Дайте перекусить. Офигеть. Ребята, я поздно стартанул. Чувак у меня просто захотел кушать. Я не знаю, обгоню я их или нет. Но мы дали им фору. Конкретно, блин, фору дали. Очень сложно обгонять. То есть, если ты едешь в конце, то тебе сложно будет занять первое место. Они просто тебе не дадут их обогнать. Так. Гребаный один. Почему второй-то не застрял? Так, аккуратненько. Так, по краю, по краю, по краю. Смотрите, зажимает, зажимает, реально конкретно зажимает просто. Просто сломалась моя тачка. Это у меня просто машина сломалась, слишком часто врезался. Почему ихняя тачка не сломалась, интересно? Тебе надо просто как-то докатить, что ли, ее? Так-то она вроде едет. Хотел его поймать. В смысле, типа все, да? Поговорите с Шоном. Окей. Теперь он пить захотел. Так, я понял принцип. Нужно все-таки по краю стараться ехать. Так, тут. Тут аккуратно. Ну что ты делаешь, блин? Так, аккуратно. Тихо, 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 блин. Грёбаный ты придурок, блин. Чё ты по дороге-то ходишь? Сейчас мне опять тачку сломают. Так, набираем скорость. Тут аккуратно надо войти. Блин, ну что? Только оторвался, блин. Так, едем. Поворот. Опять не вписался, блин. Так, осторожненько, осторожненько. Надо по краю, ребят. Блин, ну смотрите, что он делает. В смысле? В смысле, я первый приехал, я нифига не понял. Офигеть! Все. Все, открываем. Три раза победил, да? Я думаю, не стоит ехать еще раз. О, блин, я это сделал. Офигеть. Почему так сложно было? Три победы, ребят. Три победы. Забираем ништяки. Теперь мы одеваем шапку. Такая вот награда. Шампанское. Прочный напиток для восстановления энергии. О, офигеть. Он не исчезнет, интересно, или нет? В общем, такие ништяки, конечно, не очень крутые. Ну, ребят... Блин, для меня было сложно. Я бы себе дал побольше награду. Офигеть, долго я играл. В общем, ребят, с вами был Даридий, мы это сделали. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Сейчас я буду, я думаю, будет проще. Так что еще покатаемся. Всем пока-пока.